тобой есть мощь и сила. Это мини-боги землю спешат спасти ради справедливости. Если небосвод затянуло облаками, то не бойтесь, рядом с нами всегда окажутся друзья. X-Power! Команда вперед! Ваша смелость бесконечная через тьму к солнцу нас ведет. Это мини-форсис! Стойкость, мощь и сила. Это мини-форсис! Землю спешат спасти ради справедливости. Стойкость, мощь и сила. Спешат спасти ради справедливости. Это мини-форс X. Они поменялись душами. Вы нашли способ, как все исправить? Я все испробовал, но ничего не работает. Слышал, у вас там что-то интересное творится. Рио! Интересное не то слово. Хо, я не был уверен, правда ли это, но вас поменяли. Вот что происходит, когда меня нет рядом. Если бы ты был рядом, то тебя бы поменяли, а не меня. Рио, неужели нельзя все вернуть? У меня пока нет готового решения. Не плачь, Сэмми. Я здесь. Хотя тоже хочется плакать. Не волнуйся, Люси. Должен быть способ вернуть вас обратно. Да. Мы вернулись. Да? Серьезно? Дядя Дори, хватит ковыряться в носу! А, да, извини. Не делай таких вещей, пока ты в моем теле! О! О! Да-да-да-да! Ты ужасен! О, ребята пришли. Не думайте, этот вонючка не я. Я настоящая Сьюзи. Да, мы знаем. Что? Знаете? Люси? А? Что? Что там насчет сюрприза, о котором ты говорила? Сюрприза? Ну, знаешь, торт на день рождения Сэмми. Что? А значит, это было для меня? Получится отлично, если будешь четко следовать моему рецепту. Ты сможешь! А я был такой грубый. Ха! Никто не станет это есть. И зачем я сказал такое Люси? Люси, ты спишь? Нет. Прости меня за то, что было утром. Ты о чем? О торте на день рождения. А, как ты узнал? Сьюзи мне сказала. А, точно, Сьюзи еще не знает, что нас поменяли. Надо будет устроить вечеринку на день рождения, конечно, после того, как победим пришельца. Конечно. Ах, вы глупцы! Простите, повелитель, за нас. Наши тела поменяли, поэтому мы... Прекратить оправдываться! Повелитель, прошу, дай мне еще один шанс. Обещаю избавиться от этих надоедливых злодеев. Так и быть. Спасибо, повелитель, за нас! Я здесь, чтобы всех вас поменять! Только не здесь. Как больно!
Это вам так с рук не сойдет. Волшебный луч любви! Удивительный щит! Штормовой бумеранг! Получилось! Я представляю, что я с Эмми, и у меня получается сражаться. Да, это потому, что мы хорошо понимаем друг друга. Отлично. Время для совместной атаки. Пушка двойной меч Икс! Пушка двойной меч! Совместить! Ай, нет! Нет! Мы вернулись в свои тела! Это снова я! Я вернулся в свое тело! С милыми девчонками, такими как и я, так себя не ведут! Ой, страшно! И кто тут теперь злодей? Молчать! Повелитель Занос! Пора и нам вызвать машину силы Пента-Икс. Думали, я позволю вам сбежать? А разве не этим ты все это время занималась? Не лучшее время, чтобы шутить. Давление усиливается. Герой врывается, чтобы спасти положение. Когда кто-то где-то попал в беду, я туда мигом прибегу. Так поступают настоящие герои. Ты вылез из своего бота только для этого? Буду считать, ты сказал спасибо. Хорошо, давайте вызовем и наших пента-икс-ботов. Машина силы Пента-Икс. Запуск! Вперед! Что это? Оно движется само! Сэмми! Остановите ее! Я этого не делал! Теперь твоя очередь! Нет! Макс, ты в порядке? Вольт, берегись! Ха-ха-ха! Вы, ребята, деретесь друг с другом! Что же это? Она что, полностью взяла под контроль электронику систем управления? Контролирующие сигналы идут оттуда. Нужно это уничтожить. Не так просто. Он быстрый, как крыса. Раз так, хорошо. Повеселись со своими друзьями. Все в атаку!
таком случае, силовая дымовая бомба! Что это? Контроль вернулся! Хорошо, тогда все в атаку! Ультимативный мегалуч! Выглядит вполне съедобным. Так, Сэмми, ты сегодня звезда. Тебе первый кусочек. Хорошо. Это какой-то кондитерский кошмар! Спасибо, Люси, вкусно. Отлично! Наша очередь! Люси, спасибо за торт! Танцы на улице! Утрем нос этому зорду, победим мини-форс при помощи нашего Данбота 3. Данбот луч! И финальный аккорд. Эй, что это за новая кнопка? Это новое оружие? А что это? Это наш шанс! Вольт! Ракета «Кулак-огонь»! Горящая ракета – огонь! Мортира – огонь! Атомный крушитель! Это еще не конец! Рио! Что ты сделал с пентаботом? Что это была за кнопка? Значит, ты нашел ее. Я ее недавно добыл. Это кнопка слияния. Что? Слияние? Значит, наши пять пентаботов сольются в один? Да. Я назвал его Пентатрон Силы. Ух ты! Но почему ты нам ничего не сказал об этом? Видите ли, при слиянии я становлюсь левой ногой. Что? Да, это ужасная ошибка. Я левая нога. Так унизительно, что не передать словами. И это твоя причина? Ты что, шутишь? Это не повод для шуток. Я самый геройский герой, и вдруг левая нога... А как насчет правой? Хочешь, я с тобой поменяюсь? Правая или левая не имеет значения. Пришельцы стали намного сильнее. Нужно использовать комбинированного робота. Рио, ты теперь тоже агент Мини-Форс.
Немедленно приступайте к тренировкам слияния. Да. Сэр, все приготовления завершены. Хорошо, начинайте тренировку слияния. Пентатрон силы, совмещение! Слишком медленно. Это ты слишком быстрый. Что? Да это явно твоя вина. Ты на себя посмотри. Не время для ссор. Вам нужно работать в команде. Да, командир Чен. Пентатрон силы, совмещение! Что-то тут явно не так. Пентатрон силы, совмещение! Опять не так! Пентатрон силы, совмещение! Просто катастрофа! Что вы там делаете? Простите! Они совсем не работают вместе! Ради взаимопонимания следует жить всем вместе! Что?! Здесь 100 комнат, 20 ванных и 5 столовых. Пользуйтесь на здоровье. О, ух ты! Кровать такая мягкая. Ух ты, посмотрите, сколько еды! Ой, вы только посмотрите, такие красивые. Тишина и покой. На, вот так и так. Я могу спокойно играть во все свои игры. Это совсем не совместное проживание. Серьезно? Вот мы и вернулись сюда. Но где же ваш дом? Ты смотришь прямо на него. Вы уверены, что это не туалет? Вовсе нет! Ясно. Мия, отправь мои вещи обратно. Хорошо. Зачем тебе все это? Вы вернулись. О, у нас новый друг. Да, Сюзи, это... Это я-то друг вам неудачником? Какая глупая секретарша. Совсем некрасивая, наверное, еще и характер у нее скверный. Что не так? Да, характер у меня действительно скверный, так что поберегись. Сюзи не секретарь, и когда она злится, происходят ужасные вещи. Я понял. И что, вы вот так здесь питаетесь? А что не так? Хорошая еда. Нет. Я не могу так питаться. Зачем ты так? Теперь вся еда на полу. Танец разрушения. Мы межгалактические идолы. Супер-пятерка. Я этого не хотел. Мое устройство сработало случайно из-за удара. Группа из 5 пришельцев-идолов разрушает город. Отправляйтесь немедленно. Ребята, это миссия.
Мини-Форс X. Трансформация! Но прекращайте! Хватит с нас ваших глупых танцев! Ты назвал наши танцы глупыми? Да ты же танцы-ненавистник! Смотрите, какие движения! Они мне уже надоели. Хорошо, тогда в атаку. Атака сияющих глаз! Только посмотрите, какие движения! Я уже не выношу этих танцев! Хватит! Вызываем наше оружие! Пушка двойной меч Икс. Теперь наша очередь. Огненная бомба. Серия взрывов. Их атаки идеально синхронны. А что, если нарушить их ритм? Остановим музыку. У нас тут такой хит звучал. Вся магия улетучилась. На сегодня шоу окончено. Непобедимый Пентатрон. Это была непростая битва. Благодаря некоторым мы даже не успели поесть перед дракой. Я сам об этом глубоко сожалею. Удивительно. Если бы я просто сходил в буфет при отеле, ничего этого бы не случилось. И? Да не в том дело! Не в том? Ну что ж. Я понял, что вы хотели еду на заказ. Я заказал лучшее. Налетайте. Приятного аппетита! И не в этом! Мы живем вместе для того, чтобы лучше понять друг друга, а не чтобы ты нас баловал дорогими вещами. Как мы узнаем тебя настоящего, если даже не можем увидеть твое лицо? Сними эту маску! Только не маску. Никогда. Через мой труп. Прекрати убегать! Вольт. Думаю, что в этот раз ты переборщил. У всех есть секреты, которые не хочется раскрывать. Я понимаю, чего ты хочешь, но так ты этого не добьешься. Болваны! Повелитель Зенос, пожалуйста, дай нам еще один шанс! Хорошо, но я больше не потерплю ошибок. Ура! И как же это я должен их понять? Рио! Прости за то, что случилось. Я хочу показать тебе одно место. Оставь маску и пошли со мной. Что это? Пошли внутрь.
Здравствуй, Вольт. Это твой друг? Ну, можно и так сказать. Приятно познакомиться с вами. Вот, угощайтесь печеньем. Что это? Это самое вкусное в мире печенье. О-о-о! Простой вкус, но какая мягкость. Естественная сладость. Очень вкусно. Хорошо, да? Делиться своими эмоциями, опытом, не в этом ли источник твоей силы? Можно и так сказать. А? Пришельцы вернулись. Понял. Время действовать. Подожди, вот. Мое настоящее лицо. Рио, ты же... Не говори никому. Конечно. Вперед! Да. Ваше шоу слишком ужасно. Это опять они. Вы, ребята, хуже всех. Сперва надо остановить их музыку. Больше никаких колонок. Мы вещаем напрямую. Что? Танец на двойной скорости. Вперед! Мия, постарайся проникнуть в их систему трансляции музыки. Поняла. Нужно вступить в ближний бой с оружием. Пушка двойной меч Икс. Хорошо, достанем наше оружие. Танец на двойной скорости. Рио, я проникла в их систему. Отлично. Увеличь скорость в 10 раз. Нет! Слишком быстро! Вот, это наш шанс! Повелитель Зенос, прошу, усиль нас еще раз! Машина силы Пента-Икс! Запуск!
пришельцы слились в одного гигантского пришельца. Тогда мы тоже скомбинируем наших ботов. Пентатрон силы! Совмещение! Ну вот опять! Вот глупые! Так, еще разок. Хорошо! Подождите, у меня к вам один вопрос. Не время для этого, Рио. Какое самое вкусное и любимое наше печенье? Ореховое печенье от дедули! Пентатрон силы! Совмещение! Контратака! Ух ты! Вот это мощь! Фотонный ураган! И защита у нас отличная! Конечно, мое изобретение безупречно. Включая тот факт, что ты левая нога. Так, следующее оружие. Удар сверхновой. И напоследок. Космическая волна. Не думал, что земляне смогут создать настолько сильного робота. Видимо, придется вести себя намного жестче. Что? Ты правда видел его без маски? Да. Ну и как же он выглядит? Не могу вам сказать. Почему? Я обещал, что никому не скажу. Это наш с Рио секретик. Мастер рыболов. Леди Кара! Леди Кара! Что? Почему ты на полу? Вы меня ударили, Леди Кара! Значит, это был сон. Вам приснился кошмар? Нет, мне снилось, когда мы были маленькими и играли в космических пиратов на туманной планете. Туман? Да, точно! Туман? Именно. Если покрыть землю туманом, люди впадут в замешательство и станут несчастны. Хм, хорошо. Призовите туманного пришельца. Да! Команда Дан начинает превращаться в препятствие. Что такое? Что это? В чем дело? Дан, ты... Данчо! Вы что затеяли? Закрыли мне глаза и мстите? О чем вы? Это же вы меня ударили. Я туман, туманный пришелец. Я накрою землю туманным облаком. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
что, соревнуемся, кто из нас наловит больше рыбы, да? Да! Я покажу вам, как рыбачит настоящий герой. Посмотрим, кто победит. Что-то клёво совсем нет. Вы уверены, что здесь есть рыба? Ты сказал, что здесь хорошее место. Для меня так всегда и было. Я не могу позволить Рио так опозориться. Есть хочу. Может, не стоило приходить? С меня хватит. Я навсегда завязываю с рыбалкой. Эй, смотри, Рио, кажется, это рыба. Серьезно? Клюет. Ура! Я поймал одно. Ты же сказал, что завязываешь с рыбалкой. Даже рыба знает, кто тут настоящий герой. Я тоже скоро что-нибудь поймаю. Это не ты ловишь рыбу, а рыба приходит к настоящим героям. О, Рио, это все для вас. Еще одна. Так не бывает. Почему это только Рио ловит здесь рыбу? Воспользуйся своим внутренним зрением. Тогда ты сможешь почувствовать движение рыбы в воде. Внутреннее зрение? Хорошо, я попробую. Я накрою вас всех туманом отчаяния. Что? Откуда этот туман? Я совсем не вижу дороги! Вольт, просто сдайся уже. Ты 100 лет тут сидишь и не поймал ни одной. Ну уже, Вольт, хватит. Пойдем домой. Внутреннее зрение. Вот она. Какая огромная рыбка! Это самая большая, что я когда-либо видела. Она гораздо больше всех тех, что я наловил сегодня. Рио, я сделал, как ты велел. Использовал внутреннее зрение. Спасибо тебе, Рио. Как же он? Откуда вдруг этот туман? В прогнозе погоды ничего такого не было. Да, весь день должно быть ясно, а потом... Это вызов, ребята. Вперед! Эй, я тут главный. Да подождите! Вот, посмотрите. Туманный пришелец погрузил весь Блю-Сити в туман. Повсюду хаос. Ха! Это дело для настоящих героев. Думаю, я и сам могу справиться.
Мы вычислили местонахождение пришельца. Отправляйтесь немедленно и победите его! Есть, командир! Мини-Форс Икс. Трансформация! По плану. Вольт, Сэмми, Макс, Люси, Рио, Мини-Форс, Икс. Они здесь. Уничтожим их раз и навсегда. Все в атаку. Вперед. Кажется, моя очередь. Удивительный щит. А мы-то думали, когда уже ты появишься. Неплохо, но пора мне проявить свою силу. Что? Куда он пропал? Осторожно, ребята. Невозможно увидеть, откуда он нанесет удар. Не такие уж вы теперь и крутые, да, Мини-Форс? Пора мне здесь закругляться. Что это? Как и было сказано в прогнозе, сильный ветер во второй половине дня. Ага, теперь твой туман не сработает. Икс-диск, волновой лебедь! Отступаем! Тень в тумане. Никчемные глупцы! Как наивно использовать туман в ветреный день. А ну прочь с глаз моих! Повелитель Занос, прошу, дайте мне еще один шанс. Я вас не подведу. Обещаю! Хорошо. Но больше ошибок я не потерплю. Спасибо, повелитель. За что? Мы были на волосок от гибели. Поверить не могу, что я связалась с такими неумелыми глупцами. Это мы неумелые. Но, леди Кара, этот план был полностью ваш. Я вам говорила проверить прогноз погоды. В вашем плане с самого начала было полно дыр. Он прав.
Значит, вот как вы решили себя повести. Да, и что с того? Хорошо, тогда это конец команды Дан. Что? Хватит с меня вас двоих. Ну вот, нам и конец. На, получай, злой пришелец! А? Минифорс спешит на помощь! Агент Минифорс здесь герой. Когда мы были маленькими, мы хотели стать космическими пиратами правосудия. И вот куда нас занесло. Ага, что случилось? Они попались в мою ловушку. Подожди, нельзя! Там же Леди Кара! Нельзя запускать ракеты! Это наш шанс уничтожить Минифорс раз и навсегда! Что Кара делает там внизу? Ну, она... Сама виновата, что так безрассудно отправилась туда. Нет! Спасибо вам! А? Смотрите! Это же... Это ракета! Нет! X-диск! Громовой вал! Вы в порядке? Вы не пострадали? Я? Нет, я в порядке. Вы, Синий, были просто великолепны. Кто бы говорил, вы так отважно защищали детей. Вольт, туман появился на пристани. Понял. Вылетаем немедленно. Позаботьтесь, пожалуйста, об этих детях. А, да. Спасибо, Минифорс! Они удивительные. Все осторожно. Сегодня я проверил прогноз погоды. На этот раз вам не убежать из моего туманного ада! О нет, он нас ждал. Это ловушка. Откуда же будет удар? Не могу определить, где он, из-за эха. Так не годится. Надо его как-то найти. Использую свое внутреннее зрение. Точно. Воспользуюсь внутренним зрением. Вон там. Поверить не могу, что ты нашел меня, туманная атака! Под водой не бывает тумана. Двойной меч пушка Икс! Ааа!
Повелитель Зенос, прошу, дай мне еще силы! Машина силы Пента-Икс. Запуск! Давайте разберемся с ним по-быстрому. Получай! Удар пушки! Куда это он делся? Двойной клинок! Он мгновенно превращается в туман. Наши атаки не пройдут по туману. Если бы только подул сильный ветер, как в тот раз. Ветер? Точно, Вольт. Нужно совместить наших ботов. А? Фотонный ураган? Да. Электрическое поле в урагане не даст пришельцу превратиться в туман. Хорошо. Вперед! Пентатрон силы! Совмещение! А теперь получай! Фотонный ураган! Ха! Это ерунда! А что происходит? Теперь он больше не сможет превратиться в туман. И напоследок, космическая волна! Град! Леди Кара, вы живы? Ну, а вы чего ждали? Значит, команда Дан снова в деле. Продолжим стараться изо всех сил ради повелителя Зеноса. А это правда единственный путь? Решение команды. А это же... Это ракета. Нет! Вы в порядке? Вы не пострадали? Я?
Нет, я в порядке. Вы, синие, были просто великолепны. Леди Кара, просыпайтесь. Просыпайтесь уже. У нас тут вообще-то совещание. Нам нужен план, как победить мини-форс. О, да, конечно. Вы тут во сне сказали, вы, синие, были просто великолепны. А кто этот синий? Кто это? Кто? Может быть, это синий агент мини-форс? Да что вы такое говорите? В этих сопляках из мини-форс нет ничего великолепного. Ой, не бейте нас. Это же вы сказали, что он великолепен. Он наш враг. Мы знаем. Я вообще не понимаю, ради чего нам сражаться. Что? Что это? Смотрите, какой замечательный трейлер. Я купила его по дешевке у одного знакомого. Кажется, я уже слышала это раньше. У меня плохое предчувствие. И у меня. Ну что, готовы идти в поход? Только не это! Поехали! Простите. Вот теперь понял. Ну что, вы уже придумали новый план? Ну, мы... У нас сейчас нет свежих идей. Если бы нам дали чуть больше времени, вы еще более бесполезны, чем я думал. И поэтому я сам разработал план. Меня зовут Ржавейка. Я превращу весь металл в ржавчину. Ржавый луч! Возвращайтесь на землю вместе с Ржавейкой. Это приказ Заноса. Да, отправляемся. Леди Кара. Да. Мне кажется, вы больше не хотите работать на повелителя. Данте, что ты такое говоришь? Просто все, что мы делаем, чтобы сделать людей несчастными, делать несчастными и нас самих. И вообще, мы ведь начинали не слугами Заноса. К чему вы сейчас все это говорите? Ну что, скоро уже? Мы почти на месте. Смотрите, что произошло из-за вас! Я теперь не знаю, где мы! Простите, леди Кара. Посмотрите, сколько здесь материала для ржавчины! Так нельзя! Нехорошо! Это просто катастрофа! Ну, скоро уже! Что происходит? Помогите мне! Дядя Дури! Что сейчас произошло? Лучи превращают металл в ржавчину. Смотрите, вон там. Это пришелец, который во всем этом виноват. Пришелец? В этой части города? Ребята, пора действовать. Давайте его проучим. Леди Кара,
Вы уверены, что сможете сражаться с агентами Минифорс? Конечно, смогу. Что это еще за вопрос? Прекратите это немедленно. Они уже здесь. Разве ты не... В атаку! Немедленно! В атаку! Немедленно! А ты довольно силен. Удивительный щит! Атака! Люси! Вот для вас кое-что новенькое. Я превращу вас в ржавчину. Синий, берегись! Ржавый луч! Леди Кара! Нет, я не хотела. Эй, это что сейчас было? Случайность. Это была случайность. А это еще что такое? Случайность. Ржавый луч. Что? Они стреляют в своих? Это наш шанс. Настоящий герой никогда не упустит такой возможности. Пушка «Двойной меч X». Пушка «Двойной меч совмещения». Мы больше не можем сражаться. Отступление! Синий. Никчемные болваны! Простите, повелитель. То есть вместо помощи вы теперь решили мешаться? Я тут подумал, раз уж мы постоянно мешаемся, может нам уволиться? Да, Джо. Да ладно, леди Кара, вы сами об этом думаете. Но, Данте... Значит, теперь вы меня предаете. Мы не предаем вас. Просто, повелитель, вы и так считаете нас никчемными. Да. А никчемные вещи вроде вас не должны существовать. Вы отказываетесь от чести быть моими слугами. Непростительное преступление. Повелитель, у меня отличная идея. Позвольте мне разобраться с этими клоунами. Отличная идея. Хорошо. Разберись с ними сам. Я дам вам шанс. Шанс уйти с честью после одной успешной миссии. Вы поможете Ржавейке уничтожить нового робота Минифорс. Но робот невероятно силен. А что, если Данбот пострадает в этой миссии? Не волнуйтесь. Я нанес на вашего робота специальное покрытие. Ух ты!
Если мы победим комбинированного робота Минифорс, то получите свою свободу. Понятно. Данте, Данчо, пойдемте. Это последняя миссия команды Данте. Так точно. Финальная миссия. Вот и наша палатка. Зачем нам спать во дворе? Есть же дом. С походом у нас не сложилось, так что это альтернатива. Кемпинг во дворе. Будет так весело. Серьезно? Да ну. А вот и лучшая в мире самая вкусная лапшичка. Моя лапшичка! Пришелец вернулся. Пора действовать. Ржавый луч, ржавый луч. Прекрати немедленно. Ржавый луч. Опять ты! Дал героя противостоять злодеям. Этот злодей преподаст тебе хороший урок. Нет, если герой знает, что делает. Вперед! Нет! Что это? Рио, тебя что, бьют? Что? Ха-ха, кажется, мы прибыли вовремя. Вы опоздали. Пора с вами покончить. Ржавый луч! Ржавый луч! Вот оно. Ржавый луч! У вас нет ни шанса. Вот наш шанс. Пушка двойной мечи. Пушка двойной мечи. Совмещение! Сейчас я его добью. X-диск. Каменная горилла. Повелитель Занос, дай мне еще силы! Машина силы Пента Икс. Запуск!
вперед! Ни за что! Фотонный ураган! Отлично! Не дай ему использовать ржавый луч! Ах вы! Еще разок! Просто побьем этого робота, и мы свободны! Вперед! Да, леди Кара! Что? Нет, я не могу пошевелиться! Отлично! Ржавый луч! Передняя броня превращается в ржавчину! Нет! Да отцепи же! Тебе не выбраться! Синий, попытайся спастись! Леди Кара, что-то не так! Наш Данбот тоже ржавеет! И управление перестает работать! Что?! У нас же должно быть защитное покрытие! Зорт, ты провел нас! Вы заслужили это за предательство Зеноса! Самоуничтожение активировано! Самоуничтожение активировано! Самоуничтожение! Даю вам последнюю возможность послужить повелителю Зеносу! Вы сгинете вместе с надоедливыми мини-форс! Это уже слишком! Начинаю обратный отсчет. 120 секунд до самоуничтожения. Что же нам делать? Леди Кара, для подобных ситуаций я вмонтировал в Данбота устройство аварийной эвакуации. Данте, ты лучший! Но сейчас из-за ржавого луча работает только одно устройство. Только один из нас может спастись. Нет. 90 секунд до самоуничтожения. Леди Кара, вы должны спастись. Да. Мы остаемся. Что? Как вы можете такое говорить? Без вас я никуда не пойду. Отцепись, отцепись. Что произошло? Часть брони сломалась из-за удара. Данте, Данчо, это наш шанс. Мы сбежим через эту дыру. Робот, держащий нас, стал слабее. Мы сможем вырваться из ржавого луча. Нет, надо использовать луч. Ты о чем? Мы не сможем нормально сражаться с привязанным к нам вражеским ботом. Мы заставим заржаветь вражеский провод и заднюю броню, чтобы вырваться за один рывок. Хороший план. Вперед! Сорок секунд. Почти получилось! Тридцать секунд. Вот наше спасение! А теперь что происходит? Нас подбросили в воздух! У нас всего несколько секунд. Надо что-то придумать. Мы должны выбраться.
Что случилось? Робот внезапно взорвался! Посмотрите туда! Эй, разве это не... Коварный план Зорда. Где это мы? Где мы оказались? Я очнулся, мы уже были здесь. Они кто такие? Тоже не знаю. Мы были в Данботе. У нас получилось! Вперед! Мы смогли сбежать прямо перед взрывом. Вижу, вы уже очнулись. Это еще кто? Я командир Чен, главнокомандующий Мини-Форс. Вы у нас под арестом. Что? Вы сказали Мини-Форс? Нас взяли в плен. Значит, это должно быть их штаб. У нас к вам вопрос. Назовите ваши имена. Мы ничего вам не скажем. Правда, Данте? Данчо? Да, леди Кара. Клянемся честью команды Дан. Вы уже сказали нам свои имена? И мы столько времени сражались с такими дураками. Повелитель Зенос, плохие новости. Команда Дан попала в плен к Мини-Форс. Они были кучкой бесполезных дураков. Пусть так. Но... Они могут выдать ценную информацию о нас. Было бы лучше их устранить. Займись этим. Да, повелитель Зенос. М-бомбер, твой выход! Я М-бомбер, пришелец-бомбардир. Я все подорву своими летающими бомбами! Итак, первая подача! Чрезвычайная ситуация. Пришелец в Блю-Сити. Отправляйтесь немедленно. Это вызов. Вперед. Мини-Форс Икс. Трансформация! Но я не могу оставить свою лапшу. Отличный пас! Нет, моя лапша! Нельзя играть в футбол бомбами. Кто сказал? Макс, ты в порядке?
Эти бомбы те еще штучки. Это простая крученая подача. Я разберусь с твоими бомбами. Присоединимся к нему. Неважно, сколько вас. В яблочко по всем трём. А такой размерчик тебе как? Пушка, двойной меч, Икс. Пушка, двойной меч, совместить. Хорошо, вперед. Пушка, двойной меч, Икс. Пушка, двойной меч. Совместить. Не так просто, мини-фарс. Огненный пинок. Не хватило даже нашей совместной атаки. Но подождите, куда делся пришелец? Больше никаких игр. Пора отправить вас всех на тот свет. Подача метеор. Удивительный щит. Это все, что вы можете? М-бомбер. Мы вычислили местонахождение цели. Я получил сигнал с устройства слежения, находящегося на команде Дан. Начинаю выполнять наш план. Вас понял. Отключить устройство блокировки отрицательной энергии. Задать координаты на штаб Минифорс. Что? Что ты только что сказал? Этой подачи я разрушу ваш штаб. Что? Подача ультрапушки. Примерно 3 минуты до столкновения с бомбой 100 килотонн мощности. Наша защита этого не выдержит. Это плохо. Моя миссия закончена. Их планом было отвлечь нас и уничтожить наш штаб. Но еще не все потеряно. Да, если Вольт отправится на полной скорости. Хорошо, давайте попробуем. Может быть, Зорт действовал от себя? Есть такая вероятность. И что, повелитель Зена спасет нас? Остается только надеяться. Это конец сразу и команде Дан, и штабу Минифорс. Это сильно отразится на оставшихся агентах Минифорс. Ранец не выдерживает. Ну ладно. Что? Что-то... Эвакуируйтесь немедленно. Сюда летит гигантская бомба. Что? Сюда, быстрее. А-а-а!
Леди Кара! Бегите дальше. А что? Мы так не можем. Быстрее. Держись крепче. Какое чудесное чувство. Минутку. Разве это не сигнал команды, Дан? Как им удалось выжить? У Вольта получилось. Как же хорошо, что мы держали команду Дан на тренировочной базе, а не в штабе. Ты в порядке? Повелитель Зенос теперь точно покинул нас. Все против Зеноса. Этот обман им так просто с рук не сойдет. Расплатой будет уничтожение всего Блю-Сити! Это устройство слежения мы извлекли с места взрыва, и оно внеземного происхождения. Что? Судя по всему, враг был уверен, что вас держат в штабе Мини-Форс. Они запустили гигантскую бомбу, как только узнали, где вы. Они хотели использовать нас! Зорт! Зенос! Может быть, пора уже начать сотрудничать? Расскажите нам, что знаете, и мы обеспечим вам должную защиту. Нам не нужна защита. Когда-то мы были свободными космическими пиратами. Решение служить повели... Нет, Зеносу было ошибкой. Леди Кара! Я расскажу вам все, но при одном условии. Условии? Я хочу попробовать самое вкусное печенье на Земле. Самое вкусное печенье готовят в пекарне у дедули. Хочешь, я тебя туда свожу? Нет, не ты. Пусть Синий сводит меня туда. А? Что, я? Можешь мне сказать, как тебя зовут? Вольт. Вольт, я должна извиниться за все. Я стала служить Зеносу и заставляла людей страдать, и все из-за своей алчности. Кара. Я больше никогда не вернусь к той жизни. Это же хорошо. Вот, пожалуйста. Печенье здесь и правда самое вкусное. Я всегда ем только его. Очень вкусно. Ты тоже угощайся. Ну ладно. Что такое? Да нет, все хорошо. Чтобы съесть печенье, мне надо трансформироваться. Попробуйте это печенье. Это новый рецепт. Начинка из нежнейшей арахисовой пасты. Новый рецепт? Действительно, очень вкусно. Я должен попробовать. И дань уважения защитнику нашей планеты, агенту Мини-Форс Синему. Особое ореховое печенье. Я должен поесть, я должен прямо сейчас. Смотри там. Теперь обратно трансформироваться. Что случилось? Появился враг? Нет, я, наверное, ошибся. Что ж такое? Я должен съесть это печенье, опять попробовать тот вкус. А если не сработает, я все равно сделаю это. Смотри там. Сработало.
Ага. Это будет великолепно. Ты кто такой? Это печенье Вольта, агента Минифорс. Осторожно! Это моя новая миссия – уничтожить все! Помогите! Это же... Ты в опасности. Найди себе убежище. А разве здесь только что не было маленького зверька? Он уже убежал в безопасное место. Ты тоже давай. Машина силы Пента-Икс. Запуск! Не остановить! Что такое? Она не взрывается? Она просто от всего отскакивает. Это необычный шар. Это оружие с таймером взрыва. Давайте все трансформируемся в наши Пента-Икс-машины. Так точно! Горящий лазер! Мощная пушка силы – огонь! Вот теперь давайте совместим. Пентатрон силы! Совмещение! Фотонный ураган! Значит, мне надо использовать свой самый мощный шар! Подача ультра-метеора! Ура!
Ничего себе! Вы только посмотрите, какого он размера! Ага. Разрушительная сила неизмерима. Если он упадет, то взорвется весь город. Нет, мы не позволим этому случиться. Мы вернем шар ему. Так, так точно! Вот тебе удар суперновой! Отдача очень сильная. Вам ни за что не остановить мой метеор. Увеличим мощность фотонным ураганом. Так точно! Фотонный ураган! Не может быть! Нам не удалось избавиться от команды Дан, но мы смогли собрать достаточно отрицательной энергии, и скоро вы станете самым мощным существом во Вселенной! Хорошо. Можешь идти. Да, повелитель. Совсем скоро Мини-Форс атакует нашу базу. Я столько трудился, чтобы собрать всю эту энергию. Было бы глупо отдать ее всю Зенусу. Миссия в космосе. Теперь... Вы расскажете нам, что знаете? Конечно. Давным-давно один злодей управлял бандой злых пришельцев. Они терроризировали всю галактику. Это и был Зенос. В конце концов, его поймали и заперли на планете Кратер и со временем забыли. Пока мы не обнаружили эту забытую планету, Кратер. Не следовало нам его освобождать. Да уж. Зенос хотел получить абсолютную мощь, чтобы править Вселенной. А на Земле он нашел источник, который мог зарядить эту мощь. Люди излучают сильную энергию, когда испытывают отрицательные эмоции, такие как злость, печаль, отчаяние. Это называется отрицательной энергией. Зеносу уже удалось собрать большое количество отрицательной энергии, если он соберет достаточно. Что произойдет, если он получит абсолютную мощь? Зенос, скорее всего... уничтожит планету Земля. Уничтожит нашу планету? Значит, мы должны остановить Зеноса, пока он не получил абсолютную мощь. Кара... Думаю, нам нужна твоя помощь. С чем? Нам нужно, чтобы ты доставила нас на корабль Зеноса. Но это же... Хорошо. Леди Кара! Нам больше негде прятаться. Теперь надо быть храбрыми. Вы правы, Леди Кара. Да, так мы и сделаем. Спасибо, команда Дан. Однако... Как мы попадем в открытый космос? Да, если подумать... Никак, у нас нет такой возможности. Не волнуйтесь об этом. Утечка отрицательной энергии? Мы теряем больше энергии, чем рассчитывали. Повелитель, это может поставить под угрозу наши планы. Как ты позволил этому зайти так далеко? Почини немедленно. Да, да, повелитель, займусь этим немедленно. Ничего чинить не надо, повелитель. Никакой утечки не было и нет. Зенос, боюсь, твои дни сочтены. Я Зорд. Поглощу всю эту энергию и стану правителем Вселенной.
Носитель сможет вывести нас в открытый космос? Ха. Настоящий герой готов к любым неожиданностям. Хорошо, носитель силы X, выезжай! Давай, Сэмми. Включить ускорители! Командир, получилось! Теперь все зависит от них. Ух ты! Мы в космосе! Трио, смотри, куда летишь. Я же тоже первый раз в космосе. Ух ты! Ребята, смотрите! Так красиво! Как кто-то может захотеть уничтожить такое? Мы защитим Землю любой ценой. градусов правее и 20 градусов выше. Понял. Месте. Но я ничего не вижу. Корабль Зеноса спрятан за силовым щитом. Увидите, если подлетите ближе. О, теперь вижу! Это корабль Зеноса! Он огромный. Мини-фарс. Должно быть, их сюда привела команда Дан. Уничтожить их! Это военные боты, разработанные Зордом. Осторожнее! Это ерунда. Контратака. Боты противника рассредоточились. Сменим тактику. Давайте задействуем пента-икс-ботов. Кара, ты остаешься за главную. Так точно. Не переживай. Ха-ха! Как вам такое? Теперь моя очередь. А вот и я!
Надоедливые роботы! Вот и все роботы. Нет! Смотри! Получается слишком долго. Давайте совместим ботов. Так точно! Пентатрон силы! Совмещение! Устраним их всех одним выстрелом. Космическая волна! Мы можем проникнуть в корабль! Это корабль Зеноса? А где же сам Зенос? Комната Зеноса в той стороне. Нас окружили! Возвращение Зеноса. Вы? Мы присоединимся, леди Кара. Вот так. Они не так плохи. Ребята, подключаемся. Подождите нас! Мы сражались на одной стороне с Минифорс. Чувствую себя агентом Минифорс. Не стойте просто так, вперед! Подождите! Прочь! С дороги! Вижу, вы добрались, мини-фарс. Зенос! Что-то тут не так. Кто это такой? Зорд, советник Зеноса. Мне он очень не нравится. Сегодня ваш последний день, повелитель Зенос. Что? Зенос, твое время вышло.
А теперь ваш черед. Зорд, что ты наделал? Что здесь происходит? Зорд, ты предал Зеноса? А, вижу, вы стали поумнее. Я присвоил всю отрицательную энергию Зеноса. Удивительный щит! С этого момента я самое сильное существо во Вселенной! Он слишком мощный, я не могу блокировать. Давайте пока отступим в ангар. Нет смысла убегать от меня. Время для контратаки. Пушка, двойной меч X. Вы называете это атакой? Он сильный, но предсказуемый. Он никогда не участвовал в боях и еще не знает, как пользоваться своей силой. Этого не может быть. Я самый сильный во Вселенной. Это наш шанс. Призвать Супер Икс Диск. Призвать! Рывок Дракора! У нас получилось! Вот так. Так просто. Этот голос! Я уже знал о твоих планах предать меня. Я просто хотел дать тебе позабавиться. Но как? Зорд, делай свой выбор. Умереть жалкой смертью предателя или снова присягнуть на верность мне? Клянусь, повелитель, я буду верен. Прошу, дай мне еще энергии. Да будет так. Ребята, тут нужен пентатрон силы. Так точно! Вперед! Всю силу вперед! Получайте! Надоедливая мелюзга! О, нет! Все наши системы обороны сильно повреждены! Следующую атаку мы не выдержим! Пора вас прикончить!
Я так не думаю! Я так рад, что наш новый Данбот оказался кстати. Спасибо, команда Дан. Ах, вы вредители. Я покончу с вами одним выстрелом. Пора задействовать всю нашу мощь. Фотонный ураган. Зенос? Зорд. Я забираю энергию, которую тебе одолжил. Но! Наконец-то! Я получил абсолютную мощь. Мне больше не придется иметь с вами дело. Покончено с вами и этим кораблем. А? Как? Куда он делся? А? Что происходит? Ребята, у нас проблема. Активирована программа самоуничтожения. Что? Вольт, сюда! Наконец-то я избавился от надоедливых мини-форс и никчемной команды Дан. А теперь планета Земля. Такая красивая. Так и просится, чтобы ее уничтожили. Внимание! На время отсутствия мини-форс мы отвечаем за защиту Земли. Не расслабляться. А? Что? Это же Зенос! В атаку! Надоедливые насекомые. Жители Земли, приготовьтесь к отчаянию. Единственное ваше будущее – это полное уничтожение! Земля в опасности. Личность пришельца остается неизвестной, а между тем город погружается в хаос и руины. О, как удобно! Доставь мое послание всем жителям Земли. Ребята, пора перекусить. А? Где же они? Смелее, вперед! Срочные новости! Главарь пришельцев напал на планету Земля! Жители Земли! Время отчаяния пришло! Я, Зенос, пришел сюда, дабы обеспечить ваше уничтожение! Что он сказал? Бойтесь! Конец близок!
Минифорс уже погибли от моих рук. Теперь некому вас спасти. Минифорс победили? Не может быть, Рио. Минифорс потерпели поражение? Это невозможно. Не может быть. И пас. От них по-прежнему нет сигнала. Канал связи молчит. Не может быть. Неужели Зенос говорит правду? Ну уж нет. Вольт не мог такого допустить. Ты не производишь отрицательную энергию. Ты не боишься смерти? Страх ничего не изменит. Да, теперь уже ничего не изменить. Остановись немедленно. Минифорс. Минифорс! Минифорс. Я думал, вы взлетели на воздух вместе с моим кораблем. Прошу прощения, Зенос. Мы знаем этот корабль от носа до кормы. Команда Дан! Когда корабль взорвался, мы добежали до лаборатории по разработке новых вооружений. Она спроектирована так, чтобы выдержать самые сильные взрывы. Неважно. Значит, вы встретите свой конец здесь! Команда Дан, вам лучше побыстрее убежать отсюда. Да, конечно. А теперь все вместе в атаку! Пушка двойной нечисть! Какая ерунда! Пушка двойной меч! Совместить! Получай! Да как вы смеете бросать мне вызов? Жалкие создания. Разве это не вы последняя надежда землян? Вставайте и деритесь, если можете! Он невероятно силен. К счастью, у меня как раз на такой случай припрятано особое оружие, командир Чен. Да, агент Рио, слушаю внимательно. Самое время использовать суперредкий X-диск. Рио, этому диску нужно время на подзарядку. Если вас атакуют, пока он заряжается, вы можете лишиться жизни. Ты же изобретал его, ты должен знать. Что? Лишиться жизни? Я не знал этого. Нет, сейчас не время, чтобы выбирать. Да. Даже если есть малейший шанс, мы должны попытаться. Командир Чен, мы готовы на все. Я согласен. Используйте суперредкий X-диск. Этот диск нельзя вызвать дистанционно. Мы осуществим личную доставку. Вас понял. А мы пока займемся Зеносом. Что ж, да начнется веселье. Вперед! Ловите! Рэй! О нет, у него наш диск. Как интересно.
Что вы задумали? А ты как думаешь? Это наше оружие, чтобы проучить тебя. Не обязательно ему все рассказывать. То есть это ваша последняя надежда? А теперь что вы будете делать? Меч Ре-Икс. Надо помочь Рею. В атаку. Вольт, подождите. Джеки. У меня настоящий диск. Рей только устроил диверсию. Ясно. Держите. Я думал, его уничтожили. Как удачно. Как вы смеете меня обманывать? За это вы поплатитесь. Это наша последняя надежда. Значит, вы должны победить. Ребята, активируем супер-редкий X-диск. Активировать супер-редкий X-диск! Надо собрать энергию. Жалкие потуги. Сперва придется пробиться через нас. Откуда берется эта энергия? А ну не отвлекайся! Еще немного, еще немного! А теперь я покончу с вашими жалкими попытками. Джеки! Вы должны защитить землю. Джеки! Рей, унеси Джеки в безопасное место. Да, я скоро вернусь. Что это? Зенос, это для тебя. Золотой ультрадракон. Мини-Форс победили главаря пришельцев. Ребята, вы в порядке? Да. Вы смогли довести меня до такого состояния. Впечатляет. Этот парень действительно не знает, когда пора сдаться. Теперь оцените полный масштаб моей мощи. Нет, не может быть. Сила надежды. Не может быть. Он в порядке даже после атаки суперредкого X-диска? Неужели он и правда неуязвим? Время полного истребления! Никто меня не остановит! Неправда. Мы всегда умудрялись тебя останавливать. И теперь остановим при помощи наших пента-иксботов силы. Земля — это наша планета. Мы не позволим тебе творить с ней, что вздумается. Вы все, в конце концов, склонитесь передо мной. Этого нет на повестке дня.
Так не пойдет. Давайте атаковать одновременно. О, нет. Мобильность снижена больше, чем наполовину. Этот Зенос слишком сильный. Получай. Отрицательная энергия сделала мою мощь абсолютной. По сравнению со мной, вы жалкие букашки у моих ног. Унизительно, но правда. Нам с ним не тягаться, он слишком силен. Давайте соединим наших ботов и сразимся с ним. Космическая волна! Какая жалкая попытка! Приготовьтесь впасть в отчаяние! О, нет! Наш Пентатрон разъединился! Рио, что происходит? Я не знаю. Ты же сделал Пентатрона! И что? Никаких больше козырей не припрятано! Удар Данбота! О, нет! Мы и правда его ударили. Леди Кара, с нами все будет в порядке. Если Зенос победит, он нас не простит. Надо сражаться до победного конца. Как вы смеете бросать мне вызов? Вулканическая пушка Икс! В атаку! Все без толку, даже с Рэем и командой Дан. Что же нам теперь делать? Агенты, сейчас прибудет подкрепление. Смотрите. Мы их починили на всякий случай. Активирована система двойной связи. Агенты, системы управления X-ботами силы и пента-X-ботами были соединены. Вы можете одновременно контролировать обоих ботов. Отлично. Атака всеми силами. Надоедливые мухи! Они проигрывают! Это конец планеты Земля! Сьюзи! Что это? Посмотри, что происходит! Что происходит? О нет, это конец! О нет! Ко мне стекается все больше отрицательной энергии. Отчаивайтесь, жалейте себя. Это только делает меня сильнее. Он слишком силен. Мы ничего не можем сделать. Я не гожусь в герои.
Неужели совсем нет надежды? Минифорс, не сдавайтесь! А? Неужели это... Минифорс никогда не сдается! Вы спасете Землю от Зеноса! Сьюзи! Какая-то девочка кричит на агентов Минифорс! Минифорс, я верю в вас! Минифорс, вперед! Вперед! Сьюзи! Да, и я в них верю. Вперед, Минифорс! Да, они справятся! Вперед, Минифорс! Вперед! Агенты Минифорс всегда нас защищали! Они не проигрывают! Давайте поддержим их! Вперед! Вперед, Минифорс! Вперед! Итак, внимание! Давайте все присоединимся к этой девушке и подбодрим Минифорс! Минифорс, вы сможете! Мы верим в вас! Да, вы можете! Вперед, Минифорс! Вы должны победить его! Минифорс, вы сможете! Да! Вы сможете! Минифорс! Минифорс! Да! Да! Что это? Ничего себе! Это положительная энергия, вырабатываемая благодаря надежде всех этих людей! Как это возможно? На нас надеется вся планета! Она сильно ослабила Зеноса. Теперь наш черед. Надо оправдать их надежды. Ребята, соединяемся! Пентатрон силы! Совмещение! Это тебе за всех землян и их надежды. Космическая волна. Икс-бластер. Не может быть. Я самое сильное существо во Вселенной. Минифорс победили. Ура! Какие теперь планы? Я устала быть космическим пиратом. Думаю, вернуться на нашу планету и открыть магазин печенья. А мы поможем. Угу. Да, кстати, а где агент Черный? Черный? А, ты это про Рея. Думаю, он уже ушел. Это в его стиле. Жаль, а я хотела попрощаться. Ну, а в любом случае, нам пора. Всем самого лучшего. Увидимся как-нибудь. Твоя очередь прибираться. Вставай. Ой, дай мне только закончить уровень. Немедленно. Я тебя понимаю. Экстренная ситуация. У дедули появилось новое печенье. Хватит только на первую сотню клиентов! Что? Да, нужно бежать немедленно! А ну стой, где стоишь! Какие бездумные простачки! Настоящий герой готовится к предстоящим опасностям. Озвучено по заказу CLS Media в 2019 году.